Нужно действовать осторожно. А
Персефона будет зла. Thank you.
попробуй найти укрытие.
намокший до нитки, он стоял и смотрел, как воды Эридана уносят обломки его лодки. Отдала бы свой острейший кинжал, чтобы посмотреть, как он пытался покинуть Элизий. Нафиг ты навещаешь? Я... Мне показалось, что вы близ... Я не прошу слепо доверять мне. Этот ключ открывает дверь в тайное святилище Персефоны. Среди ее сокровищ ты найдешь дневник. Там есть сведения о вратах. Я найду дневник. Чем скорее ты принесешь его, тем скорее сможешь покинуть Элизий. Поторопись! Это тут. Что-то там мешает.
Проверю, подходит ли ключ, и найду. В дневнике не хватает страниц. Надеюсь, Геката не разозлится. Не представляю, как дневник Персефоны поможет мне открыть вратавца. Дневник Персефоны нам не поможет. И кто это? Не написано. Часть. Что ж, это было весьма занимательно. Ну, что ты узнала? Ах, терпение. Где врата, не ясно. Но до тех пор, пока Персефона правит Элизием, без ее разрешения через них не пройти. А она его не даст. Но если она лишится власти... То и над вратами в том числе. Тебе нужно подорвать ее влияние. Любым способом. Как ты предлагаешь это сделать? Союз с Адонисом – хорошее начало. Хотя, на мой взгляд, его действия немного предсказуемы. Со временем он ослабит войско Персефоны. А что с нашим союзом? Какова твоя роль? Я знаю все слабости Персефоны. И укажу на них, когда придет время. А пока советую поближе познакомиться с ее ручным песиком. Гермесом. Научись пользоваться жезлом. Оружие богов то, что нужно на их земле. Тут наверняка есть охрана. Thank you.
Не приближайся! Ты пугаешь коня. Он трепетное существо. Ты его видел? Остальные в страхе разбежались. Слепой человек сам разберется, кто перед ним. Не видел, естественно. Извини. Жизнь такая тяжелая. Боюсь, я не сделаю ее легче. Я должна забрать коня. Нет! Персефона лишает меня зрения, а ты Орфи? Мы сразу подружились. Я услышал ржание коня, подошел, а он лизнул мою ладонь. Он не должен находиться в Элизии. А кто должен? Этот мир хвастает совершенством, но здесь царит обман. Сжалься, оставь коня мне. Этот конь принадлежит Аиду. Его нужно вернуть. Мне все равно. Ради Орфи я готов навлечь на себя гнев Аида. Учти, я это запомню. Не говори Фобусу, но... Ты очень хорош. Нужно доставить коня Адонису или конюху. Кому же? Элла!
Ого, кто это? Он не похож на моих коней. Особый конь, принадлежащий Аиду. Его нужно вернуть хозяину. Персефона сказала, ты сможешь. Персефона знает, что я совладаю с любым конем. Дальше я сам. Все получилось? Аид будет скучать по своему зверю. Я нашла его и отвела к твоему конюху. Ты избавила меня от уймы хлопот. Весьма признательна.